Добрый день, дорогие друзья! Сегодняшнее видео о покупках, и начну я с такого замечательного коврика для бисера. Я его уже распаковала и насыпала бисер, чтобы вам показать, как хорошо он держится. Можно переворачивать как угодно, и бисер не слетает. Также удобно его брать иголочкой. Вот такой чудесный помощник у меня появился. Также я купила иголочки 24 и 26 номер. Это иголочки производства Чехия. 26 номером я сейчас вышиваю свои елочные игрушки от Dimensions. И мне очень-очень они понравились в работе. По-моему, в наборе идет 25 штук. И стоят они очень недорого. Также я приобрела лен пермин. Два отреза 50 на 70 сантиметров, 32 каунт, цвет амбер, и второй отрез цвет чеснот. Вот этот вот цвет чеснот, это мне нужен для моей рождественской королевы, которую я планирую вышивать. А второй отрез взяла, потому что очень нравится цвет, и я думаю, что найду ему применение. Также я купила еще вот такой отрез Мурана Лугана в горошек. У меня есть определенная задумка для этой тканюшки. И я об этом вам расскажу позже. Ну и, конечно же, наборчики. Вот такой чудесный набор леопард. Я давно хотела его. Люблю я вышивать зверей. И этот леопард... У меня есть схема, я думала вышивать сначала подбором, но нашла его по приемлемой цене, и наборчик все-таки вышивать интереснее, и я его приобрела. Прекрасные ниточки. Знаю я уже, где он у меня будет висеть на стене. Красивые такие цвета, зеленые. Люблю я зеленый цвет. Размер готовой работы будет 40 на 28, и вот такой чудесный набор у меня появился. Следующий набор — это орел. Нравится мне это небо, такой взмах крыльев орла, горы, прекрасный сюжет. Размер 40 на 27. Красивые ниточки входят в набор. И очень мне нравится цвет этой канвы. Он такой кофейный, красивый. Тоже набор этот был с хорошей скидкой. И, конечно же, я его приобрела. И следующий набор. Вот такой чудесный букет. Это метрика свадебная. Ну, его можно вышить просто как букет, без даты, без имен. Нравится мне очень этот букет цветов. Сначала, когда я не видела отшива этого сюжета, я как-то не обращала особо на него внимания. Но когда увидела вживую вышивку эту, он меня очень-очень поразил, впечатлил. И... конечно же, я тоже купила этот набор, и цена на него тоже была очень хорошая. Вот такие красивые яркие ниточки. Канва цвета эйвори, 14 каунт. Очень-очень красивый. Ну, в общем, вот такие у меня пополнения появились в этот раз. Красивые три набора. Люблю я Dimensions. Обожаю просто. Ну и, конечно же, решила пополнить свои запасы, потому что я вышиваю, запасы тают, и надо, конечно же, их пополнять. Ну, на этом все. Спасибо, что были со мной. До новых встреч!